the good girls you take out for dinner. Ancora su Silla, questa volta il pallone sulla testa di Orro e Gonu, il pallonetto col muro che ridiscende, Capuscina che salva, poi prova a caricare il colpo ancora in attacco. Лазарев вышло в помощь принимающий, причем сделал это. Явных затруднений, они же происходят. И переходящий, такие, да. Ничего, блоком, блоком снова отслеживаем, но мяч попал вновь. Мышка для Смирновой, которая подустала, для Матвеевой и для Федоровца. Костючек. Ну тоже сбитый прием. В принципе, понятно, где блокировать. Наши смягчили. Казочкина классно. Опять тот же, да? Вышла Казочкина вместо Смирновой. Прием лучше от этого не стал. Стос нападения, стоп нападения, все в порядке. Каждый сет все равно догонять нашим приходится, даже в тех партиях, которые выигрывали. Здорово, здесь место практически. Спокойнее, спокойнее. Вот выполнять передачу теперь лидера должна у нас, раз Старцева доводила. И великолепная атака. Белоруссия много хороших смягчений на блоке, а потом они легко достают и доводят. Татьяна Кадочкина удар. Причем и позапрошлом году за один клуб, только за другой. Как раз активные руки вверху всегда, поэтому она так много цепляет атак и еще достают. Но зато у нас будет хорошая доводка и хорошая возможность для быстрых, да, комбинаций. Вот браво, Татьяна.